химическом институте Казанского федерального университета прошла лекция Customer Development, которая представляет собой подход к созданию и продвижению стартапов или бизнеса с помощью выявления потребностей клиента. Спикерами лекции выступили эксперты Эд и Шота, которые рассказали ребятам о работе с клиентом, разработке бизнес-продуктов, а также поделились опытом создания своего проекта и поисках потенциальных покупателей. Customer Development – это исследование, которое позволяет понять, что, собственно, потребителю нужно, что целевой аудитории нужно. По сути, это является практически самым ранним этапом развития стартапа. В своих лекциях Эд и Шота проводят интерактивные игры, в ходе которых студенты осваивают основы глубокого интервью, а также узнают подробности в разработке университетских стартап-проектов. В Казанском федеральном университете с 2022 года свою работу ведет стартап-студия, которая помогает ребятам раскрывать свой предпринимательский потенциал. Главные задачи студии – подталкивать к нужным целям и реализовывать их. Студенты учатся правильно взаимодействовать внутри команды, чтобы создавать новый продукт. Также обучают учащиеся могут защитить выпускную квалификационную работу, которая выполнена на основе стартапа. Отметим, что такие проекты показывают уровень знаний и умений студентов в сфере бизнеса. Конкретно эта лекция пошла для повышения общей эрудиции, ну и чтобы узнать немного больше о том, что действительно мне интересно. Я больше хотел узнать какую-то новую информацию, чтобы уже развивать какие-то мои старые идеи. Каких-то новых инструментов особо не было, скорее были подмечены типичные ошибки, которые нельзя совершать. Ну и это большой опыт. Customer Development – это модель бизнеса, разработанная для новых продуктов. Это тот инструмент, который позволяет понять, какую проблему мы хотим решить, чтобы добиться результата. Юлия Салеева, Аделина Абдрахманова, Фарид Захитоглы, Универньюз.